Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Телефон заряжается, потому что у нас всю ночь не было света. Выключали электричество. Что-то там какая-то поломка была. Вот. Сейчас. Ну, класс, молодцы. И многие тут ходили ко мне до 2 часов ночи, спрашивали, когда дадут свет? Мы не можем спать без кондиционера. У меня, короче, заряжается телефон. Кто-то мне там написал, Сергей, по-моему, что у меня несуразные видео. Так это ж классно. Устали уже от суразных. У нас с вами сегодня 20 июля 2021 года, вторник, мои родные. Именинники у нас сегодня с вами Евдокия, Ефросиня и Фома. Луна в Стрельце. Ух ты, значит, сегодня мой день. Сейчас позвонила мадам, говорит, что приезжает. Сейчас едет. У меня целая куча белья. Вот смотрите, под этим, под столом, под ресепшеном. Сказала, сейчас приедет, привезет белье. Что-то я еще загадывал. А, лампочки. Закончились лампочки. Я вчера последнюю поменяла. В третьем номере. Привет, мои любимые. Доброе дивноморское утро. Ну да, может быть. Несуразное, согласна. Ну, кому не нравится, те не смотрят. Я так понимаю. Проходили люди, так что я останавливала на паузу. Телефончик заряжается. Пусть он позаряжается немножечко. Потом что-нибудь еще поснимаю. Так что стоит на паузе чуток. Правда, вообще не зарядился еще. Так что, мои любимые, и кто себя таковыми не считает, я снимаю и несуразные видео. Так что ловить вам тут нечего. Вчера в Геленджик не получилось съездить. Наверное, сегодня поеду. Сейчас Юлька доубирает первый двухкомнатный люкс. И туда заселятся. Наверное, поеду. Надо ей купить ремешок цвета охры и батарейку поменять на часах. Ну, потом тогда буду снимать. А это просто видео такое коротенькое. Поздороваться и показать, какое число. Тоже видео, почему нет. Ну, там пчелка прилетела. Юлька поймала пчелку, когда 3 дня назад пчелку, и себе в ногу в это самое, как выпустила жало. Ну, пчелка ее ужалила. И она говорит, теперь каждый раз, когда будет прилетать, зови меня. Это лечит ноги, лечит вообще все. Очень полезно пчелинья. Так что там улетает. Она, не знаю, видно вам, типа, нет, вон он улетает. Сейчас позову ее, позвоню, пусть идет, еще себе вкалывает. Люблю вас, мои хорошие, доброе утро. Потом буду снимать, когда на море сейчас пойду, или в Геленджик поеду, или куда-нибудь, буду снимать вам. Вот сейчас просто поздоровалась. Спасибо, что вы есть.